Здравствуйте, с вами Юра. Вот мы продолжаем, точнее, я продолжаю играть в GTA 5. Вот это уже третье видео за Тревора. Будем проходить контрабанду. Начнем суши. Так, надо брать отметку. А, отправиться к парку. У нас есть таймер около 1 минуты до точки сброса нашего оружия. Да, у нас баги выглядит очень забавно. Тут нет никакой приборной панели. Такая машинка хорошая, более шустрая. Ай, я вот только засмотрелся и врезался в столб. Ну, копы, разведочек, ничего страшного. Летим отсюда. Койоты бегают. Нам говорят, нужно поторапливаться. Осталось 24 секунды. Я пока зрительно переключу. Вот наша посылка упала. Надо успеть их подобрать. Эй, где она? Ух, как мне это не нравится. Блин, меня убили. Какого? Хотел выбрать оружие и всех расстрелять. И не получилось. Конечно, повторить. Тут чё ж так не везет-то, а? Бедный Тревор. Хотя маршрут не остался. По-быстрому. Доберемся. Вид на первого лица я не буду подключать. Чтобы сэкономить время. Блин, а... Только хотел сказать, что, видимо, от третьего лица мне получается ездить лучше, но все равно не обрезаюсь. Встречные машины. Хотя, мне кажется, я по времени немного успеваю. Вот и полицейский, срежем путь. Секунд. Надо, главное, добраться до точки. Так, груз я подобрал, надо уехать как можно скорее. Тихо-тихо. Я чуть не вижу, тут копы патрулируют дорогу. Прям нереальные трюки исполняет Тревор на своем баге. Пока копы идут по дороге, прочесывают территорию, я спокойно стараюсь от них уехать. За мной хвост. Надо успеть добраться до нашего логова.
уничтожить конкурентов. Мне будет довольно нелегко. Я не хочу пока останавливаться, вдруг появятся копы. Ты, блядь, не стреляй. А, вот нас с вертолетом мочит. Блин, а аптечки тут нет. Что делать? Подожду, пока жизнь восстановится. Неплохо, 5000 я заработал. Ой, получил приз гонка вооружений. Неплохо. Так, чем же нам заняться? Можешь сесть в самолет. Надо доставить груз. А здесь 5 минут. А, главное не ошибиться. Блин, ну ладно, я хотел прям полететь, ладно, полетел сюда. Там яблочко. И еще одна посылочка готова. Осталось еще 2 посылки. Все четко. Главное не промахнуться. Неплохо, да? Я думаю, что я как понял, как проходить типично залететь низко. Так, нам говорят, нам надо возвращаться в аэропорт. Сажать все в самолет. Что-то крутина стал делать. А, да, я знаю, как выбрать шасси. Нам просто нужно развернуться. Кстати, вот кабина от первого лица. Вот. Неплохо, да? Так, надо посадить самолет. Выпускаем шасси.
убираться на скорость, тормози. И неудачно врезаюсь в вертолет. К счастью, наш самолет не так сильно пострадал. Надо заехать в ангар. Я тут же миссия выполнена. Думаю, мне пора закругляться с видео. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Юра. Спасибо. Пока.